Доброе утро! Сегодня 17 мая и с вами, как всегда, Камила Хакимуллина. Прямо сейчас вас ждет рассказ о двух замечательных концертах. Все подробности через пару секунд. В Казани выступит Элвин Грей. Один из самых популярных татаро-башкирских исполнителей покорил сердца тысячи поклонников. И не только на родине, но и за ее пределами. Жители столицы увидят его новое фантастическое концертное шоу. Выступление группы Wild Ways в Казани. Пришло время нарушить молчание. Этой весной Wild Ways презентует новую пластинку. Поэтому отмечайте Day X в своих календарях и считайте дни. Ведь кто знает, возможно, это конец целой истории. Интересный намечается вечер, но не будем останавливаться. Впереди вас ждут два анонса очень интересных гостей, которые скрасят ваш вечер. Бесплатный концерт поэтессы Ахи Астаховой. Любители ее творчества, не упустите шанс встретиться с одной из самых востребованных поэтов в современном русскоязычном пространстве. Она прочтет все лучшее, а также представит новые сочинения. В каком бы городе России и ближнего зарубежья не выступала Астахова, ее вечера всегда собирают полные залы. Когда на город спускается ночь, смотрите, кто это! Встречайте в Казани стендап и битбокс-шоу. Весь вечер на сцене горячо любимый женской аудитории и не менее уважаемый сильной половиной человечества резидент Александр Шаляпин. Уроженец Подмосковья, душевный и обаятельный Шаляпин, мастерски рассказывает невероятные истории обо всем на свете, украшая их битбоксом. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. Увидимся в пятницу.